brune. Ah, c'est pas brune. Ah non, ah, comment ça s'appelle? Mingo. Rafael Agarra. Da, Capitig. Ah, la blonde par excellence. C'est basket? Oui. Rafael Agarra. Много так жрать, у нас вам рай. Ой, да мы в прошлый раз столько было много, и все сожрали, да. Может, просто поели уже. Она умалчивает, что я-то первый сказал, я говорю, тебя вижу. Вот, говорю, девушка стоит в белом, в белой блузке и выглядит. Но издалека юбки, шорты как-то, знаешь. Да, теряются, да. Юбки, шорты не играют роли для развратника такого масштаба, как я. Это мне жарко или всем жарко? А, как я? Да, как ты. Да. Солнышко просто. Юбки, шорты, без них это все равно. Не, без них не, не, нельзя. Можно надо тарелку попробовать? На станции? Нет. Срам короче, прикрывать. Там главное, что... Так ты его самый прикроешь. Смотри. Телом. Чем? Телом. О, боже, спасибо. Да, ты, вы уже пошли в какую-то сторону. Какие-то пошляки. Катя, да я же... Так а что, первый день ты нас знаешь? Напились, и вот это ведут себя неприлично. Я даем это нам. Правильно, правильно. Он ожидает, понимаешь? Оля, не нужно шансы. Подождать, пока он уснет. Оба на так, оба. По... Оля, ничего не видно. Все, поехали. Да? Опустите мне веки. Я сейчас опустить. Это вам не баня немецкая. Да, 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 тут, конечно. Вот он наш пикничок, да. Пьем исключительно лимонад, все. Ну, Рощин, Рощин. Закусываем черешенкой. Рощин. Да, 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 да. Я думаю, ты видел меня. Нет, я видел все эти видео, которые он там любит показывать. К сожалению, в натуре не удалось. Чё, к сожалению? Приглашает. К счастью, приглашает. Ну, бог его знает. Там, к счастью, к сожалению, может, не знаю. Может, ты облился бы слезьми? Ну, как бы, они серьезно, они вместе, все. Ну, Маш, нам же... Конкуренты. Во. Что за дело? Вот там позвонить. Не-не-не. За дерево. И прошли все представления. Это видео, да? Да.
Потом меня погнали за хлебом, когда я уходил. Я извинился, что еще сделать? Сегодня, значит, у нас мы празднуем день рождения Светы. С пустыми бокалами. Я вас приветствую. Светы Рощиной, нашей знаменитой, известной, центровой парижской красавицы. Сейчас мы все, друзья, скажем ей пару ласковых. Идея не моя, ее. Сразу предупреждаю, принимается все, хорошо. Даже гадости. Начинаем с мужа. Вот слушайте, он. Мне очень сложно говорить бывший в данный момент, муж. Потому как здесь столько друзей, которые хотят о ней хорошего сказать. Мне, я не могу их перебивать, поэтому я предоставляю Алаверды. Алаверды, переходим. То есть гнилая отмазка, ну ладно. Жги. Ну, я вообще не специалист, конечно. Особенно на видео. Особенно, а на видео так вообще. Но вот Света, а без видео? Ну ладно, все, никто ничего не знает. Давно. Ой, давно. Я даже не помню, когда. Ну, да, года два-три. Неважно. Ну, вообще, ну, вообще лет 10. Ну, да. Ладно, все, да, не будем. Очень рада знать. Общаться. Эту мудрую хорошо женщину. Я подсказываю. Да, ну, мудрый, да, 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 мог, вот теперь. Ага, ну, но хорошо. Ну, спасибо. Света, ты, конечно, видимся мы не часто, но в те разы, когда видимся, ты украшаешь мою жизнь. Ты блещешь. Ты просто блещешь. Ну, впрочем, как всегда. Правда, я восхищаюсь. Да ты что? Не, ну это приятно. Я восхищаюсь энергией. Радостью жизни. А красотой. Прекрасно. Красотой неземной. Так, ты за себя сказал? Ну, я добавлю. Такие-то. А коты романтики. Так что мы еще много-много раз так собираемся. Выпьем и встретимся. Это долго. Мы с Андреем как бы на французском. Давай, давай. Вообще мы как бы второй раз видимся с Андреем. Все по граву. Да, c'est vrai qu'il se fait deux fois qu'on se voit. C'est super. Deux fois. Demain. Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais c'était déjà suffisant pour dire. Non, ouais. Super, comment dire, super chouette, super à l'aise, solaire, et donc ça a été un bon rencontre. Ça, je peux le dire. Merci. Et voilà. C'est bien. Мне прям добавить ничего. Я могу сказать, что такой запас предусмотрительности, организованности и что-то там подсказывает. Класс, Рощин. Класс, класс. Вот непонятно, что он там подсказывает, но главное собрать всех таких замечательных людей, несмотря ни на все, как бы, там, преграды, это только благодаря Свете, понимаешь? Вот если бы не Света, я уверена, что эти двое бы давно уже смылись, вернулись бы куда-нибудь. Но потому что здесь Света сидела, их ждала, была диспетчером, они сюда приехали. Да, они ее все любят, они ее собирались. Лекслер бы тоже давно бы всех там бросил, булочную бы прям раздолбал. И хлеба бы нам не купил. И сбил бы этим хлебом нас. Как минимум, около цирка, богохульни. Ну что он и сделал, но правда без хлеба. Ну, если бы не Света, как бы все это бы произошло. Слава Богу, что есть Света. Ну прекрасно, Господи, вот. Ты Боже мой. Света нет, слава но есть Богу, Света, что есть Света. Я буду вам светить. О мой, да, Бог. Да. Мы не так давно знаем. Светлана Станиславовна. Не знаю про Ростов, вообще про Ростов. Померанцева, ну теперь Рощина. Ну да, мне все это объяснили. И не один раз причем. Не один раз, да, и не только ты. В чем ты же? Вот, ну что хочу сказать, что ну, я очень, мне очень приятно, что я познакомился с тобой, с твоей семьей, вот, с твоим теплом, с твоим светом, вот, который через Facebook, и не только через Facebook, продолжает распространяться на друзей. Я не знаю, там, может, у тебя там все друзья. Твой вот свет — это я. Но мне очень приятно, что ты есть, вот, что ты с каждым годом, вот я немного, тебе несколько лет знаю, но ты с каждым годом как-то вот расцветаешь. Это... В смысле? Имя у нее такое. Нет, не в этом смысле, а обязываю. В совершенно хорошем смысле ты совершенно становишься, обретаешь какой-то новый цвет. Ну так я же аксакал становлюсь. Аксакал. Я не знаю, то волосы какие-то другие, то лицо другое, то загар, то Рощин другой, то машина другая. Ну, но все идет по восходящей, а не по нисходящей. Так вот, я хочу, чтобы все это продолжало подниматься. Ну прекрасно, спасибо. Это очень приятно. С тебя, Светочка. Аксакал среди мужчин? Да.
Понятно, что собралось сегодня так много замечательных людей, вот о них хочу сказать. Замечательные люди сегодня, очень хорошие люди, которые не собрались в другое место. Один лучше другого. Но мне хочется сказать сегодня не про них, потому что они и так очень хороши, а мне хочется сказать про плохую девочку, потому что нам не хватает каких-то плохих девочек. Очень нас тянет постоянно каким-то плохим девочкам, которые нас привлекают гораздо больше, чем хорошие. И, наконец, нашлось среди нас, нашлась такая девочка плохая, которая нам дороже всех хороших. Уже бабушка. Нет, потому что ты что, не знаешь, девочка плохая, плохие девочки, это плохие мальчики иногда. Знаешь, как привлекают плохие мальчики? Плохие мальчики меня не интересуют, ни плохие, ни хорошие. Ну, ты плохим мальчиком, нет? Нет, меня не интересует. Мальчиками? Тебя девочка или мальчика интересует? Ты определись. Он плохой мальчик, ты сегодня был очень плохой мальчик. Он очень плохой мальчик. Очень плохой мальчик. А вот ты знаешь, какие привлекают неплохие девочки? Они притягивают себя от них вниз, возможно, оторваться. Вот, поэтому среди этих всех хороших людей я хочу выпить за эту плохую девочку, которая самая лучшая из всех нас. Вовчик, не отрывайся от меня. Да. Она вот это перчинка, солонинка, понимаешь, вот это. И горчинка, которая нас. Да, там все. Вот, вот специалист, который. Который все это оценил раньше нас. Специалист по солонинке. К вашему сожалению, да. Пробовал и солонинку, и горчинку, и перчинку. А может, к вашему счастью. И выступает экспертом, хотя он ничего не сказал. И хреновинку, наверное, еще какую? Мы хотим выпить за твое знание, чтобы ты его и дальше расширял, но в то же время и как бы нас не отпугивал, потому что... Делился бы своим счастьем. Боже упаси, ты что? Нет, ну, ментально. Давай, светим. Саша, вон еще Саша. Саша, а можно я тебя обойму? Да, давай. Не в обиду другим мальчикам, Саша, это моя любовь. Так, а сама мадам, оператор, Светик, стоило уехать из Ростова в Париж, чтобы съездить в Париж. Во-первых, я отлично помню этот момент, когда Рощин пригласил тебя, когда у нас была большая компания, он сказал: «Можно я приглашу свою бывшую жену?» А мы так удивились. Говорю: «Ну, конечно, нам же интересно!» Боже мой, такая интересная женщина! Я с тех пор совершенно очарована тобой. Я считаю тебя очень умной, очень красивой, очень сексуальной, очень остроумной, очень... оригинальная. Она стильная очень какая. Очень смелая. Давайте посмотрим, какая Света стильная, смотрите, просто стильная. Ты необыкновенная совершенно женщина. С тобой никогда не скучно. Ты всегда интересная. С тобой всегда... Ты всегда все... Не все знаешь, но ты всегда имеешь обо всем свое мнение. Это очень ценно. Нет, она все знает про все. И про все. Это другое. Это просто интерес жизни. Я очень образованное существо. И плюс, когда Светик мне рассказала, что она знает там про эти катакомбы раз. Про эти там, что там происходило, эти инженерные все конструкции. Господи, ко всему этому еще инженерные. Это вообще просто. Ну не знаю, Света, вот я в тебя влюблена. Ну правда. Поцелуйчики. Вот он, скандал вечера. Мы сделали каминг-аут. Я ужасно счастлива познакомиться с тобой и Серегой. Вот правда, мне прямо еще открыли мир немножко, немножко в другой мир. Ну ты правда, да, это просто не перелетели. Ты тоже был в Ростове, что ли? Не раз. Ну что, спасибо. Ну, алла верды. Ребята, дело в том, что за 63 года я уже говорила некоторым, я терпеть не могу свой день рождения. Сколько? Впервые за 63 года мне наговорили столько приятных вещей. Спасибо. Я очень рада. Мы с удовольствием. Через 2 года такое скажем, что просто... Надо друг другу говорить. Не, ну правда, она вообще не обошла. Выпьем. Да, Светочка, с тебя, с твою красоту. Il est pareil, le chef de la gauche italienne. Il a fait peur des canards. А фото ты села, как ты пам? Я не знаю. Это 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 не знаю.